Так, сьогодні в ніч на Рождество, рождественський гусь, рождественський тортик, так, такі гірлянди, так, папа з сином, гітара, теж зараз це собі гірлянду зніму. Так, і, ні, не кота, кошечка, кошечка, чук, кс-кс-кс-кс, чук. Убежала рыженькая кошечка. Так, все. Так, давай заколядуем, хоть виртуально, но давай заколядуем. Я знаю колядку уже. Не, а, так, давай, давай Юра что-нибудь скажет. А, давайте. А, сейчас помню. Так, давай вспоминай быстрее. Уже... Два дубля не будет, только с первого дубля снимается. Ты же собирался идти. Так, ты вспомнил что нибудь? Вспомню. А ну давай, пальцы не смочи. Так, стоп. Как начинается? Так, Юра, давай подпевай нам. Подпевай, сейчас я подойду. Вступление текстовое, а потом музыкальное. Так. Мы тут видны. Ну. Так, сейчас я... Убежал. О, а ну-ка. Так, всех видно. Давай теперь я подсяду. Хорошо, да. Бобрый Джузеппе, три праздники в гости. Да. Добрый вечер, Тоби, пане господарю. Так, давайте, ребята, давайте подходите к столу. Все. Конечно, видео получается немножко больше, чем там 2 минуты, но тем не менее, видите, даже вот это все шевелится. Все главное, что все шевелится, да. Это уже радует. На торте сдувать не будем, потому что это не мой день рождения, но тем не менее. Что-то есть, сейчас просто снимем свечи, будем раздувать торт, так что все нормально. Так, пустые графины не снимать нельзя. А, не, давайте сниму, что мы пили. Нет, мы еще будем. Не, мы еще будем пить. Мы не пили еще. Обязательно. То есть вино удалось, так что все в порядке. Все в порядке, все нормально. Тут еще есть над чем поработать, потрудиться. Так что все в порядке.